Сегодня поговорим о том, как голодание во время Рамадана влияет на наш иммунитет. Рамадан длится 29-30 дней. Во время поста нельзя есть пищу и пить воду с момента начала рассвета до полного захода солнца, то есть полный отказ от еды и питья в течение светлого времени суток. Прежде чем говорить о пользе, я хочу выделить один очень важный момент. Если поискать исследования про Рамадан, данные будут противоречивы. Думаю, причина в пище, которую человек ест, до начала поста и после его окончания. Именно от этого зависит, будет ли польза. Если питаться мусорной едой, вроде рафинированных углеводов, это серьезно подорвет удивительную пользу, которую можно получить, если есть низкоуглеводные продукты во время приемов пищи. Во-первых, при голодании снижается уровень провоспалительных цитокинов. Химические сообщения, связывающие иммунные клетки друг с другом. Некоторые цитокины вызывают воспаление. Именно о них идет речь. То есть снизится активатор воспаления. Во-вторых, голодание стимулирует активность макрофагов. Это крупные клетки, которые пожирают вирусы, бактерии и другие чужеродные микроорганизмы. Макрофаги являются первой линией защиты от инфекции. Чем больше стимулированы макрофаги, тем сильнее иммунитет. В-третьих, увеличивается разнообразие полезной микробиоты кишечника, которая составляет 70% иммунной системы и оказывает мощную поддержку. Без него риск инфекции резко возрастает. Во время голодания эти микробы живут дольше. Запускается определенный генетический механизм, поддерживающий иммунную систему. Помимо укрепления иммунитета, голодание приносит и другие положительные эффекты. Оно повышает стрессоустойчивость организма и способность бороться с повреждениями ДНК. Также при голодании снижается окислительный стресс. Снижается число свободных радикалов. Также усиливается производство антиоксидантных систем, что также полезно. И, наконец, голодание усиливает аутофагию. Механизм переработки старых и поврежденных клеток, а также патогенных микроорганизмов. Есть особенный тип аутофагии – ксенофагия. Она нацелена на патогены. Один из больших плюсов голодания – это избавление от микробов, способных годами оставаться в организме. Рамадан оказывает мощное стимулирующее воздействие на иммунитет.